Прежде всего, мне хочется сказать о том, что мы практически вошли во все аукционы, торги, во все строительные мероприятия, которые ведутся сегодня по городу в рамках наших полномочий, которые ведутся в районе в рамках наших полномочий. Сегодня я акцентирую внимание, наверное, больше по дорогам, то, что волновало очень много кингисеппцев, жителей нашего города и района. На рубеже, вы помните, в интернете в апреле, в мае яркие статьи, что тут у нас так все плохо, что дорог нету. Поэтому мне хотелось бы, я и тогда говорил, что слишком рано стартуют наши критики. Поэтому сегодня есть что сказать, и мы уже очень много отыграли и уже делаем. Это видно, я сейчас конкретно про это все проговорю. А на следующей пресс-конференции я, наверное, заострю внимание о тех торгах и аукционах, которые у нас идут в подготовке наших дошкольных, школьных учреждений, учреждений дополнительного образования, которые находятся на территории всего Кингисеппского района. Конкретно, что в каждой школе будет сделано. Уже мы только-только вот вручили медали, только что вручили аттестаты, но время так бежит быстро, что не то, что не за горами, а уже завтра 1 сентября. Поэтому время бежит быстро, и нам надо успеть подготовить все объекты к учебному процессу. Так вот, ну, о дорогах у нас сегодня конкретно в городе Кингисеппе. Что касается бюджета города Кингисеппа, за который отвечает в том числе Кингисеппский район, я сейчас вам перечислю все наши проекты. Что мы видим? У нас первый проект – это завершена работа по Криковскому шоссе. Исполнитель была компания «Кижинга», это наша местная компания, которая расположена на территории Кингисеппского района. Контракт, который они выполнили, и он сделан уже, и работа принята на 10 миллионов. Сейчас ведутся ремонтные работы автомобильной дороги по улице Театральная, в границах от улицы Железнодорожной до улицы Вокзальная. Это тоже работа, которую мы уже многие годы мечтали ее сделать. В этом году эта работа будет завершена. Цена контракта 3 миллиона с небольшим. Компания Grand Invest выполнит эту работу и сдаст ее нам на ближайшие сроки, я надеюсь. Третье. Объявлен аукцион на право производства работ по ремонту автомобильной дороги по Криковскому шоссе. Значит, это от федеральной дороги Нарва. Вы знаете, на въезде у нас сделан маленький кусочек от федеральной дороги Нарва мимо нового торгового центра и до улицы Ковалевского. У нас в том году был сделан асфальт, в этом году мы завершим до улицы Ковалевского. У нас получается, что с учетом первого пункта и с учетом третьего пункта, вот, который я перечислил, это просто по хронологии, у нас получается, что в этом году мы полностью завершим капитальный ремонт всего Криковского шоссе, она будет сделана. Мы эту работу выполнили в период, получается, 2 лет. В том году мы сделали 2 участка, в этом году мы делаем еще 2 участка. Ну и, наверное, здесь стоит остановиться на о том, что завершением или там началом Криковского, как это можно сказать, нам удалось к дню города Ямбурга Кингисеппа, нашему празднику, 631 год нам был в этом году, нам удалось сделать новое разворотное кольцо. Его отреконструировать, отремонтировать. И вот в таком виде это кольцо мы будем дальше эксплуатировать, его содержать. Сегодня это визитная карточка украшения города Кингисеппа. В скором времени вы увидите, что у нас поменяются флаги. Сегодня у нас к Дню России, там, и как раз к Дню города у нас вывешены были флаги России. Они у нас еще повисят некоторое время. И потом, когда будут государственные праздники, эти флаги будут возвращаться на свое место. А в ежедневной, повседневной жизни уже дизайн, завершается дизайн этих флагов. Мы разместим заказ и повесим флаги с гербами наших поселений. У нас 11 поселений на территории Кингисеппского муниципального района, 12 герб – это герб района, и, соответственно, у нас там 16 мачт, будет висеть 11 гербов,
флагов с гербами наших поселений первого уровня, 9 сельских поселений, 2 городских поселения, это Ивангород и Кингисепп. И остальные мачты будут заняты гербами Кингисеппского муниципального района какой-то разбежки. Вот. Это будет наша такая визитная карточка нашего Кингисеппского района, ну и нашей столицы города Кингисеппа. В продолжение хочу сказать по ремонтным работам. Что дальше по дорогам? Всего, напомню, у нас 6 проектов в этом году, 3 я уже озвучил. 4-й проект – это большая реконструкция будет произведена совсем маленькой улочки. Это улица Иванова. Мы сделаем полностью, поменяем дорожное покрытие, сделаем пешеходные переходы в новом исполнении, сделаем устройство, безопасные устройства, потому что там у нас лежачие полицейские, так называемые, потому что там у нас находятся дошкольные и школьные учреждения, и дети ходят и туда, взад-вперед. Поэтому, соответственно, все это будет учтено. 5-е, это мы приступаем сегодня, уже завершается проектирование, приступим также к строительству подъезда в 6-м микрорайоне к новому детскому саду. Вот, мы осенью будем открывать новый детский сад в 6-м микрорайоне, который крайне нам нужен. Он будет очень сильно востребован, потому что в 6-м микрорайоне завершаются большие глобальные строительные работы, завершается строительство самого 6-го микрорайона. Напомню, у нас там почти 170 тысяч квадратных метров нового жилья в 6-м микрорайоне построено будет и введено в эксплуатацию в ближайшее время. Соответственно, появятся новые семьи, появятся дети, которые должны будут иметь условия пойти в детский сад и в школу. И 6-й проект, это все-таки мы нашли возможность, и в этом году мы заходим частично на Октябрьский бульвар. Поэтому от Карла Маркса до улицы Иванова в этом году мы заменим, уже конкурсные процедуры начинаются, мы заменим асфальтовое покрытие. Нам очень хочется делать квартальное благоустройство на следующий год. На следующий год мы хотели бы запроектировать продолжение улицы Восточной, которая огибает весь 6-й микрорайон, где завершается строительство жилых домов и выходит на Криковское шоссе уже за 6-м микрорайоном. Нам бы хотелось на следующий год сделать улицу Строителей полностью. Нам бы хотелось на следующий год сделать дворовые проезды, где вот, ну, к сожалению, в Кингисеппе есть такие дворовые проезды, где интенсивное движение транспорта. Это не надо скрывать, мы это видим, мы это знаем, и от этого, к сожалению, нам никак не уйти. Есть более благополучные дворы, где меньше есть транзитного транспорта, где приезжают просто жители к себе домой, паркуются, там выходят из машин, привозят детей и так далее и тому подобное. Там более спокойная ситуация. Но, к сожалению, есть транзитные дворы, в которых постоянно идет движение. Поэтому в первую очередь мною поставлена задача определить вот эти точки, конкретные точки, где у нас все-таки больше ситуация связана с транзитными дворами, и навести там на следующий год порядок в рамках тех средств, которые у нас будут на следующий год. Но в этом году, видите, мы с вами и не мечтали вообще-то на старте. Я даже не мог и говорить, и заикаться на эту тему, как говорят, что можно будет осилить столько. Я знал, что у нас будут возможности, но что мы сделаем столько в этом году, конечно, это хорошая ситуация, транспорт прирастает, поэтому, конечно, стоят острые задачи в будущем, которые решать надо, это парковки, внутридворовые парковки, как решать эту проблему, как ее решать сообща, чтобы не было конфликтов среди граждан. К сожалению, есть и конфликты, мы это знаем, мы понимаем, чтобы все-таки упорядочить ночную парковку в первую очередь. Ночную парковку в городе Кингисеппе, для этого нужно еще очень много потрудиться. Что мы уже предполагаем, где-то в 2016-2017 году мы подойдем к реализации таких проектов. В принципе, наверное, что еще сказать? Ну, могу сказать по Дому культуры, что
мы входим в фазу уже аукционных работ. Дом культуры у нас успешно уже приступил к работе, и мы должны в ближайшие месяцы завершить все оформление внутри, особенно сценическое. Это звук, музыка, свет и все прочее, о чем я вам говорил. Мы уже хорошо продвинулись во всей аукционной документации. Скоро получаем софинансирование с Ленинградской области, губернатора Ленинградской области на открытии ДК. Ну, увидел, наверное, убедился, что Кингисеппский район, город Кингисепп, своими бюджетами не справится в одиночку и протянул нам руку помощи. Мы получим софинансирование на приобретение вот этого всего оборудования из бюджета Ленинградской области. Конкретные суммы, конкретные мероприятия, я скажу чуть позже, наверное, через пару-тройку недель будут уже в номинале понятны все суммы, которые будут задействованы в этой работе. Идея о расширении внутриквартальных и придомовых парковочных мест появилась всего несколько лет назад. До этого вообще об этом речь заходила так, опосредованно. Нельзя ли как-то развернуть этот вопрос, обеспечить людей платными парковками? Почему они должны под окном-то стоять? Да. Сейчас просто Шевченко строит нет этой парковки. Вот может быть как-то все-таки немножко и в другую сторону повернуть этот вопрос? Вы знаете, во-первых, здесь очень хорошо должно работать законодательство. Вот мы должны таким образом сегодня развернуть законодателей, а инициатива идет именно с муниципалитетов, с региона, с нашего, чтобы все-таки мы навели порядок и дисциплину. Как ситуация с мусором, вывозка ТБО с частного сектора, во всей стране это проблема. Как парковка внутриквартальная на ночь оставляет машины одно на одной на газонах, на песочницах и как угодно заезжает везде, где можно заехать. Сегодня, благо, мода на кроссоверы. Кроссоверы могут заехать на любой бордюр и все остальное. Мы сегодня заложники этой всей ситуации. И мы сами себя должны заставить перебороть себя и навести порядок в этом во всем. Но муниципалитет один с этим не справится. Должно быть еще под это законодательство. И должно быть сознание человека. Вот мой автомобиль, вот мой дом, вот я приехал, там все, что надо, привез продукты, детей, родителей, все дома, но машина должна ночевать на организованной стоянке. То ли в собственном гараже, то ли на платной парковке, но не вот так, как сегодня у нас происходит. В исключительных случаях автомобиль может быть возле дома. Человек приехал 2 часа ночи домой. Человек там, ну, какие-то экстренные ситуации всевозможные. Но то, что мы сегодня, извините меня, плюем друг на друга практически не уважая друг друга ни в коей мере, моя хата с краю, вот автомобиль, вот он мой, и он должен стоять у меня под окном. Вот это же неправильно. Но мы должны создать условия. Я сегодня говорю с двух сторон. Муниципалитет должен создать условия для того, чтобы частный бизнес приходил и строил парковки. Посмотрите, ну, парковку на Криковском сегодня, вот автостоянка на Криковском, возле торгового центра. Ну, обратите внимание, СМИ, вечером пофотографируйте эту стоянку. Она вся пустая. Она находится в шаговой доступности всего 6-го микрорайона. Она находится в шаговой доступности даже для тех, кто проживает на Жуково. Это шаговая доступность. Спасибо. Если вопросов нет, спасибо всем.